День рождения народного артиста России, лауреата Государственной премии Бориса Александрова еще при жизни актера отмечали не только родные друзья и коллеги, но и студенты актерского отделения УЛГУ и воспитанники театральной студии «Драм». В этом году, 31 октября, прошел ряд мероприятий, приуроченных к 70-летию со дня рождения Бориса Владимировича. Главным событием празднования стала церемония вручения премии «Легенда театра» имени Бориса Александрова. Первой ее обладательницей стала народная артистка России Кларина Ивановна Шатько. Награду вручил губернатор Сергей Морозов. Мы хотели бы вот три мужчины, три представителя, которым доверили провести первое награждение, пригласить на эту сцену гордость страны. Человека, который является совестью Ульяновской области, да и театрального общественности Российской Федерации, моего хорошего друга, моего одного из самых лучших друзей, человек, которого я глубоко люблю и могу себе позволить вот в вашем присутствии на этой сцене признаться ей в любви, народную артистку России Кларину Шатько. Директор театра Наталья Никонорова отметила, что Кларина Ивановна неустанно работает не только на ульяновской сцене. Спектакль с ее участием «Оскар и розовая дама» в этом году пользуется особой популярностью у зрителей европейских стран. Он был показан в Болгарии, Дании, Чехии. А недавно пришло приглашение на фестиваль в Чикаго. Кларина Ивановна поделилась своими эмоциями со зрительным залом. У меня налились свинцовые ноги. И дыхание перехватило везде. Да, от волнения, да, от счастья, да, от недоумения маленького, да, от праздника, да, от памяти. И много-много можно говорить о том, что это действительно святая минута, торжественная святая минута, когда актеру вот такое дает. Также в день рождения мастера в фойе Ульяновского драматического театра прошло ряд других мероприятий. В этот же день в музейной части Ульяновского драматического театра открылась выставка картин театрального художника Ирины Соловьевой. Центром композиции стала работа «Орликин», на которой изображен сам мастер. Ирина Антонова, Руслан Баталов, новости Улправда ТВ.